полицейскими было остановлено и проверено более 200 автомобилей. С водителями проводились беседы о необходимости использования детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров. Сотрудники ГИБДД делали акцент на то, что безопасность пассажиров, особенно детей, стоит на первом месте. За время проведения акции выявлено 8 нарушений правил перевозки детей. Водители привлечены к административной ответственности. Также выявлено 30 нарушений по превышению установленной скорости. Начальник отдела ГИБДД по Десногорску Андрей Ваулин рассказал, какой штраф ждет водителей, нарушающих правила перевозки детей. За нарушение правил перевозки детей Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность по части 3 статьи 12.23 с вынесением административного штрафа в сумме 3000 рублей. Уважаемые водители, Государственная инспекция напоминает, что перевозка детей в возрасте до 11 лет осуществляется при помощи детских удерживающих устройств.